наше вязание мы начинаем с круга. Крючок у меня 7 миллиметров, пряжа с Алиэкспресса. Так, наш круг, основа. Основу мы вяжем, как обычно, в уголочке. Сейчас здесь появится, выскочит окошечко, в котором будет ссылка на видео, как вязать вот этот круг. И вы свяжете круг из 10 рядов. Вот всего 10 рядов. У меня здесь 11, потому что 11 ряд я провязала ровненько, без добавления. То есть уже начинается переход на нашу сумку. Так, далее что я делаю? Я обрезаю вот эту нить и продену другой цвет. Значит, еще раз, круг из 10 рядов плюс 11 ряд ровный, без добавлений. Так, продеваем нашу нить другого цвета. И теперь, так, это мы тоже потом проденем. Теперь наш узор. Засовываем крючок в галочку, вытаскиваем петлю. Вот пропускаем вот эту вот петлю. И в следующую вывязываем, как бы вытягиваем петелечку. Теперь протягиваем все три петли таким вот образом. Теперь возвращаемся в предыдущую галочку, вытягиваем петелечку, эту оставляем, и следующий вытягиваем. Остаточек я обрежу, чтобы мне здесь не мешал. Вот видите, получается вот такие вот перетянутые петли. И снова в предыдущую, вот где мы делали, вытаскивали петелечку, перед ней из галочки мы вытаскиваем длинную петлю, протяжечку такую. Потом со следующей цепочки вытаскиваем и все три провязываем. И так двигаемся до конца ряда. Предыдущая галочка, следующий столбик. И все три вместе провязываем. Вот таким вот образом. Вот эту сейчас я тут затяну ниточку и продену. Потом мы ее вяжем, и она у нас аккуратненько обработается. Продолжаем таким образом до конца ряда. Еще раз. Предыдущая галочка, следующая петля. Все три вместе провязываем. И движемся вот так вот по кольцу, прям сюда. Вот так это выглядит с изнанки, вот так с лицевой стороны. Так. То есть вот эти как бы галочки у нас уходят вот в этом направлении. Довязываем ряд до конца. Сейчас я буду вязать этой темной нитью несколько рядов. Не хочется туда ему. Вы видите, не хочется. Так, есть. Видите, какая сложная петля в конце ряда. Вот, и вяжем до конца. Далее. До конца. До конца мы довязали. Теперь продолжаем далее. Вот она наша петелечка. И следующий вытаскиваем, провязываем. Петелечка, галочка вернее.
следующий вытаскиваем, провязываем. Оно на самом деле кажется на первый взгляд такое сложное. Нет, ничего сложного. Оно тут, девчонки, видно, куда вы вязали. То есть, если вы вязали в эту, следующую нам надо задействовать. А это, видите, эта косичка у нас уже провязана, значит, мы вяжем в следующую. То есть, по сути, получается, что мы вяжем аж в третью. Но, ну, такой узор. То есть внимательно, чтобы не пропускать ни здесь цепочки, ни здесь галочки не пропускать. И оно вот так вот постепенно идет. Вот смотрите, как оно уходит в сторону, такие вот галочки. И все, вяжу где-то вот так вот коричневой нитью, либо меньше, я посмотрю, ну, посмотрим. Так, довязала я одну полосочку. Получилось у меня 5 рядов. Меняю нить, убираю темно-коричневую и опять буду вязать светло-коричневой. И снова то же самое. Предыдущую галочку. И еще буду вязать 5 рядов светлой нитью, далее темной снова нитью, то есть всего будет 3 полоски. По кругу. Вот так вот меняются у нас цвета. Далее вяжу светлыми ниточками. Так, смотрите, провязала я 5 рядов коричневым, 3 ряда бежевым и 5 рядов коричневым. Далее разделила, что я сделала. Значит, все количество петель, если вот так вот взять, возможно, вы будете вязать меньше или больше. У меня получилось здесь 60 петель. Значит, на центр я на ручке оставила по 10, обозначила их маркерами, вот. И по сторонам по 20, то есть одинаковое количество петель на ручечке и на стороны. Если так визуально посмотреть, сумочка разделена, вот половина сумки, на 3 равные части. Одна, вторая, третья часть. Теперь вяжем ручки. Это первый вариант нашей сумки. Так, довязываем до нашего маркера. Так, и делаем воздушные петли. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ручку я делаю немного побольше. Здесь у меня 10 петель. До воздушных петель я сделала 15. Можно сделать штук 100, чтобы была длинная ручка, на которую мы сможем захватить, как бы вешать на плечико эту сумочку. Так, снимаю маркер и вязание начинаю с момента, где у меня был маркер. И вяжу до следующего маркера и делаю точно так же вторую ручку. Вот видите, она у меня больше. Вот сделала я обе ручки.
После второй провязала еще вот эту часть, дохожу до ручечки, и здесь вот я вяжу столбиками без накида, обвязываю эту ручку. Здесь вот можно на этом этапе вставить сюда какой-то уплотнитель, бельевой шнур или даже потолще какой-то шнур в ручку. Вот так вот. Здесь мы снова переходим на наш основной узор. Довязываем до второй ручки и тоже ее обвяжем. Вот. Вот такая вот пока ручечка у нас. И продолжаем до сюда, до начала. Довязала до конца ряда. Теперь нам осталось связать отделочный ряд полустолбиками. Вот так. Это мы уже знаем с вами. Просто закрепляем вот этот краешек, чтобы он красиво выглядел. По ручке тоже мы пройдемся. По кругу, то есть. Вот так вот, прям по ручечке. Видите? Просто укрепляем этот краешек. Так до конца ряда, то есть по кругу до конца. Вот довязано до конца, заканчиваем мы наше вязание, закрепляем ниточку. Вот такая вот сумка, первый вариант у нас. Классная, мне нравится. Очень по-богатому выглядит этот узор. Плотный, держащий форму. Вот такая вот сумечка. И второй вариант сейчас вам покажу. И второй вариант нашей сумки. Все вяжется идентично, полностью одинаково, только в конце у меня 6 рядов коричневой нитью, и закончила я точно так же, как и первый вариант. Есть у меня вот такие вот ручки, которые я заказала на Алиэкспрессе. Вот смотрите, тут уже подготовлены, пробиты дырочки. Эти ручки я сейчас пришью на эту сумку. Вот так вот. С обеих сторон. И будет у нас второй вариант сумочки. Можно проклеить здесь клеем сначала для плотности, а можно просто пришить в зависимости от того, что вы там собираетесь носить, ну, какой тяжести вам нужна обычная толстая игла. Вот так вот я наши ручечки пришиваю со всех 4 сторон. По 2 раза я буду делать в каждую дырку, чтобы было пришито крепко.
по кругу. Вот. Пришью все четыре стороны, вернее, обе стороны вот так вот, и с другой стороны еще две ручечки, и покажу. Вот такая вот сумка у меня получилась. Эти. Ниток у меня ушло 7 мотков, 3 мотка бежевых и 4 мотка коричневых. Ручки на все оставлю ссылочку. Вот второй вариант нашей сумочки. Вяжите. Соседке показала, ей понравилось. Вяжите также для себя. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.